Тюменцы сегодня провели утро с чемпионом. На городской набережной известный боксер Руслан Проводников провел открытую тренировку. Несмотря на ранний час, желающих было немало. Начали с небольшой разминки, а после пробежали несколько кругов, преодолев в общей сложности 5 километров. К слову, такие тренировки Проводников проводит во многих городах. Я просто много очень езжу. И во все города, где бываю, всегда тренируюсь, бегаю. И очень много комментариев присылаю, там, мы бы тоже с вами потренировались, побегали. То есть времени не хватает у меня посетить все мероприятия, посетить всех людей, кто хочет со мной увидеться. Это хорошая возможность, потому что я говорю, разорваться я не могу, а тут хорошая возможность. Все, кто хочет со мной увидеться, потренироваться, пробежаться, сфотографироваться, могут прийти, и пожалуйста. Тренировка отлично прошла, мне очень понравилось. Руслан хорошо бежит, темп все держали. Тяжеловатенько. Вот первый круг хороший был, второй уже тяжело. Руслан, наш народный чемпион, с ним приятно заниматься.